Ну что, всем привет и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь и сегодня мы проведем эксперимент, который довольно давно я хотел провести. И для этого даже пришлось мне восстановить генератор версии 4.0. Может быть помните на магистральном фильтре из трубок. А Я сделал в нем отверстие, я сейчас покажу. Вставил туда кварцевую трубку для того, чтобы подать туда излучение из магнетрона. И очень рассчитываю, что результат будет эффективный. Потому что предыдущий эксперимент, который я до этого проводил, показал, ну, что действительно практично использовать микроволновое излучение для увеличения выхода газа. И поставил уже микроволновочку, извлек из нее магнитрон, точнее магнитрон предыдущий я спалил, взял новый, подсоединил все, завел генератор. Сейчас нальем сюда электролит, все это дело подключим и проверим, замерим можно ли экономить электричество, используя микроволновое излучение. Ну и также я вам сейчас покажу кое-что очень интересное, что касаемо источника питания Стэнли Мейера. К сожалению, человек, который собрал мне импульсный источник питания, отказался появляться в кадре. Не знаю почему, но это его полное право. Но свои разработки он не оставил. Задача, моя задача довольно простая добиться с помощью генератора импульсов чистоты прямоугольной формы. Не знаю, получится у меня или нет, но это уже, наверное, будет в следующем видео. Но сейчас я вам покажу, какую прикольную штуку получилось собрать этому товарищу. В общем, приступаем. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, потому что, я думаю, дальше будет интересней. Ибо у меня очень много прикольных идей, которые я как раз и пытаюсь реализовать. Собирая и разрабатывая все эти водородные генераторы. Вы, наверное, помните версию 4.1, 3.1 и наш генератор четвертой версии. Воскрешенный, мятый, но в общем, в принципе, должен быть работоспособный. Сейчас мы проведем замеры. Погнали! Велика вероятность, что прямоугольные импульсы являются секретом Стэнли Мейера. И это мы с вами должны будем в следующих видео повторить. Пока я должен настроить генератор, чтобы он выдавал как раз прямоугольные импульсы. А вас осциллограф на время экспериментов мой лабораторник. Кофеечек, который помогает мне в воскресенье заниматься этими делами. Ключ блок питания для сегодняшнего эксперимента. Кстати, что касается эффекта Стэнли Мейера, источника питания, как у Стэнли Мейера, это будет уже в следующих видео. Этим я просто физически сегодня не успею заняться, подобрать эту частоту колебания. Но я думаю, уже на следующей неделе будет какой-то новый интересный эксперимент уже с источником питания, как у Стэнли Мейера. В общем, посмотрим. Но сегодня у нас задача взять генератор Четвертая версии. Я его закрыл крышкой от микроволновки, потому что там стоит внизу магнитрон. Он четко направлен между трубок. Там получается, что между трубками этими стоит кварцевая трубка, и она снизу имеет отверстие входное, и в это отверстие направлен магнитрон. Он будет изучать микроволновое излучение, а мы же, в свою очередь, за счет включения микроволновки будем замерять благодаря бутылю Вульфа, Количество газа с микроволновым излучением и без его. Честно не знаю, думал поставить кулер, вентилятор, для того, чтобы он обдувал магнитрон. Но я думаю, оно так и так же будет излучаться. Если вдруг я что-то ошибочно делаю, вы напишите в комментарии. В общем, заливаем сейчас наш электролит. Здесь 10% щелочь. И начнем замерять излучение микроволновое. И возьмем для примера классический электролиз на генераторе 3.0. Ой, 4, прошу прощения, 0. 3.1, 4.1. Этот уже, конечно, практически при смерти. Хотя, конечно, я его изначально почему делал из нержи, чтобы можно было при желании его почистить и перебрать. Но он уже, видите, от экспериментов чуть-чуть помучился. Ну что, друзья, начал щелочь наполнять генератор. Причем он был герметичный. Я его проверял. Но когда попал щелочь, вот я сделал специально вот такой навесной стакан, а этот стакан заливает электролит в осушитель. Это сейчас я уже обычную воду залил. После того, как начал заливать щелочь, и увидел вот такой неприятный момент. Начало подтекать. Причем залила новый магнетрон. А, все здесь мокрое. Но в принципе тут ничего страшного. Придется либо проверять герметичность данного сосуда. Хотя я думаю скорее всего еще вот что-то там нарушило какую-то целостность. И я все моменты заливал в несколько слоев эпоксидкой. Причем разной. Включая даже металлизированную. И понятное дело, что если это все потекло то либо придется менять емкость, что я, скорее всего, наверное, и буду делать. А, просто видите, кайф какой наблюдать процесс электролиза через свет прозрачный корпус. Но, в общем, такая неприятность. Да. Ну что, друзья, мой генератор пришел в негодность, Щелочь растеклась и растекается, и Кварцевая трубка оказалась не самым эффективным инструментом в моем генераторе. Щелочь разливать, как я вам говорил. И а, мне кажется, нужно либо а, искать альтернативу кварцевой трубки а, и собрать заново в магистральном фильтре, либо уже сделать свой короб светопрозрачный. Почему именно светопрозрачный? Потому что а, можно воочию визуально увидеть виды изменения выхода газа, то есть когда запуская процессы определенные, визуально лицезреть, когда газа стало больше. Очень рассчитываю пересобрать на магистральном фильтре, но уже без кварцевой трубки. Нужно искать альтернативу, светопрозрачное что-то, что будет пропускать микроволновое излучение, не плавиться и главное выдерживать щелочную среду, хотя бы там 10%, которую я использую. Раз пошла такая пьянка, предлагаю немножко вас погрузить. Ну, раз этот эксперимент не получился. Блин, все попадало. И хрен с ним. Раз эксперимент сегодня не получился, сейчас мы с вами перенесемся в импульсное питание для генератора электролизера. И я вам кое-что интересное сейчас покажу. Погнали. Пришлось спасать оборудование. Вот щелочи перенес в другое место, значит осциллограф показывает импульс, импульс с данного генератора. Здесь 1 кГц и ключ, лабораторник показывает 5 вольт, 5,5 можно сказать вольт и 0,2 ампера. Смотрите внимательно. это обычная вода из-под крана. и давайте попробуем замерить греется там что-то или нет. Я в принципе до этого замерял так 22 20 то есть даже холоднее 19 то есть 120 давайте в лабораторник замерим 29. Давайте замерим 24. 19 градусов, то есть даже холоднее. Нагрева никакого не происходит. Генерация обычной воды происходит. И теперь дело за малым. Все это дело настроить, чтобы выход газа был более эффективным. И для этого нужно играться непосредственно с волной. Смотрите, какая генерация происходит. Давайте, я не знаю, будет вам слышно или нет, давайте до 10 кГц я прибавлю. Так, фокусим. 5 и 3. генерация идет. Но будем играться со всем этим процессом. Настраивать, регулировать, проверять частоты. Если повезет, осциллограф у меня не заберут. Потому что я его взял в прокат, своего у меня нет. Есть все остальное, кроме осциллографа. И мы сможем дальше лицезреть какие-то результаты. Я обязательно буду делиться с вами новыми какими-то экспериментами. Поэтому, если вы еще не подписались? Подпишитесь. Вот, я думаю, будет интересно, когда мы с вами сейчас, когда мы с вами сможем повторить эффект Стэнли Мейера. Ну и придется восстанавливать генератор именно для того, чтобы провести все-таки эксперимент с микроволнами, потому что я уверен, что получится добиться какого-то положительного результата. По крайней мере, предыдущий опыт видео, наверное, где-то здесь сейчас ставочку сделаю есть и значит надо в эту сторону двигаться в общем вот такие дела друзья кстати кстати я пускал в щелочь э, трубки и выход конечно там гораздо ядренее но я думаю это уже в следующем видео вот подписывайтесь